В этом челябинском доме, сданном в эксплуатацию в 1955 году, проживает 80-летняя бывшая узница концлагерей Надежда Ковбасюк. Вот уже который год Надежда Зосимовна пытается добиться расселения или хотя бы ремонта дома. Окна в ее квартире выпадают, пол проваливается. Несколько лет назад, по ее словам, местным жителям сказали, чтобы они непременно приватизировали свои квартиры, так как дом будут сносить. Однако он все еще стоит, а чиновники теперь предлагают пенсионерке делать ремонт за свой счет. Ну, я просила, говорю, мне хоть побелите, покрасьте, побелите. Больше мне не надо. Они говорят, раз ваш дом собственный, она заставили приватизировать. Потому что, говорит, будем сносить без приватизации, вам ничего не дадут. Вот и приватизировали. А только сейчас спирают, раз у вас собственность, значит, ничего не получится. Сами делайте ремонт. А где я возьму деньги? Я 15 тысяч всего получаю. 11 апреля отмечался Международный день освобождения узников концлагерей. Но Надежда Ковбасюк по состоянию здоровья из дома не выходит, так что ни на какие празднования ее не приглашают. Правда, на 9 мая наверняка придет открытка от Путина. А в прошлом году, на юбилей Победы, «Единая Россия» подарила ей по килограмму риса, гречки и овсянки, календарь, записную книжку, а также магнитно-холодильник, кружку и маленького плюшевого медведя с эмблемой партии. Александр Валиев, Кирилл Родин для Радио Свобода, Челябинск.